320 жителей Выборгского района до конца декабря наденут военную форму. Таков план осеннего призыва. Артему Сидорову 22. В этом году он окончил горный университет. Теперь хочет в армию. Его не пугает даже разлука с любимой девушкой. Девушка ждет, но точно дождется, я в нее верю. У меня вся семья служила, отец служил, дед служил. Ну и в принципе я закончил высшее образование и следующим этапом считаю, что нужно отслужить. А вот Михаил, напротив, об армии и забыл бы с радостью. Для выпускника магистратуры увлекательнее читать учебники, чем заниматься физподготовкой или маршировать на плацу. Правда, теперь есть возможность служить в научной роте. Это, во-первых, в Краснодаре тепло, во-вторых, в центре города, как нам сказали, ходят девушки в юбках красивые, и служить вообще хорошо там, поэтому вот туда бы я с удовольствием пошел. За последние 5 лет в Выборгском не было ни одного суда над уклонистами. Такие люди есть всегда, но чаще всего юноши удается переубедить. По результатам предыдущих 3 призывов район признан лучшим в городе. Это и выполнение количественного и качественного состава призывников, это организация призывной медицинских комиссий района. То есть это совокупный показатель всего, это результат оповещения и розыска уклоняющихся. С начала кампании новобранцами уже стали 20 человек. Они отправятся в расположение своих армейских частей в конце октября. Чиновники подчеркивают, откладывать визит в военкомат не стоит. В самом начале призыва высока вероятность попасть именно в желаемые войска.